хотим вас поздравить с открытием традиционных наших соревнований, кубковых соревнований под названием «Как закалялась сталь». На самом деле аналогов таких соревнований вообще в мире, мне кажется, нет нигде, поэтому мы решили с нашей командой сегодня приехать. Сегодня желаю всем, ну, как минимум, доплыть. Thank you.
классно. Я хотел всегда тапочки. У меня так дома холодно. И у меня рука не доходила купить. Вот. Спасибо. За второе место награждается команда, которая, кстати говоря, бьется за кубок. Кубковая команда, которая принимала участие в зимних соревнованиях. Команда под названием «Звезды дискотек». В составе Бочковой Валерий, Серова Татьяна, звезда дискотек настоящая, которая сегодня взорвала женский этап, и Левочкин Станислав. Результат 1 час 6 минут. Поздравляем. Команда в составе Архипов Алексей, Рудник Марина, Созарь Кирилл под названием команда «Последний патрон» занимают золотое первое место.